много-много попугаев. Больших зеленых попугаев. Утра идет на работу. Иду за очередной порцией угля и электролитов для лайф. Спала нормально, но с утра как вот такая. Что-то поела, пол ложки риса съела. И опять тошнит. Ну просто тошнит. Нечем, короче. Вот, пойду еще за активированным углем, электролитами, риса и обычного куплюшек. Просто рис есть, яйцо сварила, смятый, тут вкрутую. Не знаю, чем ее еще кормить, потому что азиаты, они, короче, другие. Я говорю, давай я тебе суп куриный сварю, там многие видела, продают. Она такая, нет, они воняют. Я не могу, не смогу это есть. Тут музычку такую из цирка. Трам-лям-пам-пам. А новости с полей. 12 часов. Лай, маму я попросила сварить лай супа. Они тут едят суп, короче, капиакао. Взяли рис и варили его. Вареный рис уже варили как долго. Вот. Первую партию, что мама сварила, ну, чуть-чуть тарелочку. С яичком. Лай поела, попробовала, говорит, тау. Ну, типа, запах яйца не могу есть. Вот, озадачила маму, ну, я озадачила маму, потому что, ну, не знаю. Короче, мама сварила нам ей еще одну порцию, и она съела пару ложек, и опять спит. Лай спит. А родители так и тусят то тут, то у себя в комнате. Ну, я их не вижу, потому что я тут на балконе сижу. Вот, а они тут не сидят, потому что им жарко, а мне нормально. И чё? И все вот так, как есть. Смотрю на небо, смотрю на море. Прекрасно. Мне кажется, такие дни тоже должны быть. Жалко, что лай слабенькая, конечно, тяжело ей там, но сама понервничала. Будем аккуратней. Буду. Ну и за меня тоже отчасти. Моя же реальность. Я даже знаю, где. В каких моментах я рассказывала уже. Поэтому будем лечить лай, выздоровеет и все будет хорошо. Вот. Потому что уже все хорошо. Родители там одупляются, уже все нормально.
у нас тоже все хорошо. Ну, у нас и было все хорошо, у Лайта. Ну, у нее вроде тоже в голове все структурировалось, нормально все. Насколько я понимаю, будет. Ну, посмотрим, посмотрим. А пока морюшко и небо. Когда я только попала в Тай 11 лет назад, я, короче, взахлёб пила вот такие всякие молочко. А решила вспомнить, так давно его не пила. Ну, прикольно. Мне кажется, дынивая моя любимая. Оно когда холодненькое, оно как мороженка такое. А тепленькое я такое не пью, не люблю. Прям кайф. Пообедали. Ну, смеюсь, конечно, я там что-то ем. Яйца ела сегодня. Сварила яйца, съела. А все, Мин теперь сама нажимает хай-хоп-хай-хоп. И... О, у меня падает телефон, не могу кнопку нажать. Мы куда мы едем? Мы едем в магазин на лифте. Лай купила фрукты, когда мы были на рынке, для космонавтов. Вот ей стало немножко получше, она съела банку быстрорастворимой лапши, вот намешали ей электролитов. И будем дегустировать мангустины, высушенные. Короче, еда для космонавтов. Ой, прикольная штука. Дорогая. Прям круто. Говорю родителям, Лай, короче, еще валяется, но завтра обещает быть огурцом. Пошли, говорю, пиво пить. Куплю вам пиво и креветок будете. Че, говорю, сидите дома. Пошли, говорю, пойдем. И там у нас сейчас скоро закат. Может, там еще какое-нибудь фаер-шоу будет. Еще что-нибудь, какое-нибудь шоу. Говорю, пошли, хватит жопы плющить. А то нет, нет, нет. Вот, вот, вот сейчас мы пойдем туда смотреть на закат, буду развлекать родственников. Собралась, детеныш Амон. Детеныш сказал, будет пепси пить. Детеныш, пепсиба. Метал бьева. Поймем лист. Вот так поменяем.
кафе, короче, закрыто. И мы с родителями бредем куда-нибудь в поисках еды и зрелищ. Что-то нам приносят какую-то еду. А ребенок сказал, буду есть френч-фрайс. И довольная с пепсиколой и френч-фрайсом. Ну и ладно. Короче, у нас все хорошо. Я тоже ем. Все наелись, все доели. Мин продолжает грызть свои эти штуки. И мы ждем еду для Лай. Заказали том-ям ей. Вот, а папа вот тут нашел мусорку и показывает маме на столе. Сегодня было все соленое, как для европейцев. И меню на русском. Я считаю, что мы хорошо погуляли. Накупили вон всякой... С пакетами все идут, короче. Всяких штук съедобных. Вот, покушали. Сейчас идем домой. Так что все у нас хорошо. Будет вам еще одна серия. Вот, а еще я тут везде плачу со своей, ну, практически везде, не юзаю кэш, а плачу с карты. У меня есть тайская карта, которую, помнится, я в Бангкок мы мотали, чтобы разблокировать. Короче, я ей все плачу. И что приятненько, то, что не только в минус сообщения приходят. Плюм-плюм-плюм-плюм, у меня там фотографии, блин, через один. Плюм-плюм-плюм. А то, что еще и плюсом приходит. Там Костик у нас работает, и у нас многие гости, кто приезжает из Таиланда, они платят тайской картой. Поэтому у меня пополняется моя карта. Вот. Чуть-чуть плюм, плюм-плюм-плюм-плюм. Так что это не может не радовать. А то, когда только минус-минус, так как-то глазкам неудобно. А когда у тебя и минус, и плюс, тогда все в радость. Особенно, когда плюс больше, чем минус, но я не считала еще. Вот, не смотрела еще. Но я думаю, что так и должно быть. Вот. Мы почти дошли. Вставший. Май Абамин. Абамай. Принесли Лай том ям кума. Кушает. Как ты себя чувствуешь? Лив? Tomorrow ready day тынба? Tomorrow pay playba? А вода? Ну скажи мне. Что? Ну реально, ты у меня хауюми. Ну короче, вот так она. Что будет завтра, посмотрим завтра, называется. Ну и закончу серию морюшком. Морюшким и приятным балконом. Меня зажрали комары, пока я собирала вам эту серию. Но зато дособирала. Так что хорошего всем дня. Пока-пока от нас. Надеюсь, мы завтра уже встанем на ноги и будем дальше придумывать разные развлекалово.